Всем привет, дорогие друзья, с вами Хаунд, мы продолжаем метро Exodus проходить, и сейчас мы двигаемся куда-то под депо, чтобы найти, как я понимаю, поезд, да? Думаю, что так и должно быть. Так, еще одна записка, сразу же прочитаем ее. Ой, как много читать. Давайте вы сами, может, прочитаете или что? Да, сами прочитайте. Я не хочу так много читать. Не, ну ни к чему. Какие-то штуки я забрал. Что у нас тут? Патроны. Патроны — это хорошо. А, кстати, тут я сейчас не заметил. Деньги-то такие же, патронные? Или что? И тут вообще денег нету. Как такого понятия. Ого. Пацаны, у вас слишком много. В смысле схватили? Не забывайте посмотреть на датчик освещения. А ты деда вытащишь. У кого у них, ты мне скажи. Эти же ворота наружу. Может, ага. Они тут разговаривают, ладно. Мы сюда не пойдем. Тут что у нас? Будет кто, нет? Ой, как низко спускаемся, офигеть. В подвал как будто, ей-богу. Группа А, доложите готовность. Так, вот этого мы гасим. Продолжайте патрулирование ангара. Хорош. Группа А, проверьте двор и генераторную, потеряна связь. Где еще могут быть пацаны? Так, согласен, Аня. Охраны здесь слишком много. Охраны здесь обосраться как много. Так, это мы не трогаем. Кого еще можно завалить? Вон того, наверное, да? Чтобы не мешали эти пацаны нам больше. Мало ли еще, ну вдруг реально спалят нас. Надо ремонтникам сказать. Да, потом скажешь им, урод. Не смей их звать сюда. Так, мы прошли куда-то дальше. Вот она лестница. Мы под ней тогда и поднимемся. Хорошо. Или что, она там не полная? По-моему, полная. По-моему, можно там двигаться. Так, ой, как громко, ребята, вы чё? Ага. Повторяю, согласен. Группе Д немедленно отправляться к ветрякам. Группа Б подверглась нападению. Подождем, подождем. Немного подождем. Сейчас пацаны пройдут. Но мне так кажется, что они должны пройти здесь. И мы выдвигаемся следом. Все, пойдем. Я никого не слышу. А значит, что никого тут быть не может. Обычно у них слышно даже дыхание. А сейчас вообще ничего не слышно. Просто ноль. Понял? Эта штука не разбивается, не выключается. Как к вам не двигаться сюда? Закрыто. Да я видел, видел, закрыто. Не... Тёма, зачем ты шумишь? Придурок. Трясёт и... Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Тихо, малой. О! Это Ермак же! Нате, крыса! Я понял. Сейчас эту штуку потушим. Молодцы, вы так его выпустить. Да, Ермак, не ссы. Пошли, пенсик. Все в порядке. Да, о, здорово, Аня. Поднимай его. Так. Пошли отсюда уже. Мало. Сейчас спалит. Скоро охрана вернется. Времени мало, охраны много. Провоз. Уходим. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Пойдем, пойдем, пойдем. Включите поворотный механизм. Что нам делать? Ну и по сторонам. Ага. То есть сейчас здесь поезд, а нам нужно повернуть поезд. Понял, принял. Он будет вперед-назад управлять, а мы наверх-вниз. Будем контролировать. А как они нас палили-то, лол? Реально, как они нас палили? О-о-о, как он стреляет, ребятки. Не дай бог, он такой пистолет в жизни достанется. Калашников взять. Отдачу добавили на автомат. На автомат добавили отдачу, это хорошо. Хорош, убил. Да, фонарика. Почему просвечили это? О-о-о. Вот это косяки в игре. Вот это реально косяки. Жесткие. Чуваки просто сквозь автомат. Ой, сквозь ящики. Пролазят.
Ермак, двигайся наверх. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! В смысле тревога? Как вы услышали, то, что перестрелка была? Ух ты! Откуда? Наверное, назад. Я назад. Собака на мою руку. Вижу, Аня. Аня, прикрой, не волнуйся. Сейчас завалим их, несы. Да, генератор выключай. Попробуй только крыса. Хорош, замочил одного вроде. Еще замочил. Они бесконечные или что эти пацаны? Так-то не прикольно. Если так оно и есть. Тика, аптечку юзай. Красава. Аптечка-то очень хорошо. Ух ты! Это кто что взрывает? Кто что взрывает, Аня? Я держу тебя, не волнуйся. Ясно. У меня чувак слабачок. Ничего себе. Ты как, живой? Так живой, конечно, видно же. То что экран не моргает, ничего. Артём. Ручной привод? Это хорошо, наверное. Я не знаю. Пошли. Я все расчистил, пойдем. Вот эту штуку мы загасим. Я по всем стреляю просто так. Опа! Как подняться-то? Аня, как подняться? Иди вперед! Потому что я не понимаю немного. Я немного не понимаю, Аня, иди вперед! Вот это отдача на автомате. Вот это клево. Не то, что было раньше в ветроке. Так. Я здесь. Чем тебе помочь? Все, давай вместе. А, эта штука пора крутить. Окей. Еще немного. Все, повернул. Есть. Ну. А мы толпеем за ним? Аня, мы не успеваем. Догоняй. Ну, понятно. Пока Артём проснется. Подожди, Ань, дай погуляю. Есть. Все, красавцы. Они ворота внизу. Бежим. Бежим. Надо бы противогазы надеть, может изоляцию повредили. Почему? Да какая изоляция, ты гонишь что ли? Ты сильно этот поезд? Он же бронированный. Хе-хе, какие у меня это клево. Иди не всегда тащили игру. Тихо! Нас закидали. Хана. База, взяли машиниста Жуня с сообщниками. Прием. Понял, база, конец связи. Недалеко мы ушли. Этих в расход. Машиниста. Я не понял, что значит казнить. У нас тут что Дамир. Кто такой Дамир? Сейчас полковник тебе все разъяснит. Князь. Это спартанцы. Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Это мы! Понятно. Какого черта? Ребят, вы что тут делаете? Опа, вот все. Вот и все. Это трибунал! Машинист, отпусти, урод! Так, всем заткнуться. Невероятно. Машинист, отпусти, урод. Так это правда? Ты на них работаешь? Они помолчи! Стреляли. Как вы тут они... оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не оставить. Зашло! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Так говорили же про войну что-то. Люди из других городов. И да, тут и всех, женщин, детей! О-о-о, нас спалили. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. А не крепче. Питере где-нибудь или по дому часа. Значит так, мужики, Артём с Анькой мужики. Моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам почему? Военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Он сами поедет, Мельник? Это слышь, клево. Майор, мои люди Мельник к предоразумению на глушилке не отношения мне решать, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, маме, это же наши. Не бросает. Князь смешной чувак.
Если не будет, то красавец. Ладно, спартанцы, тогда этих все, они довольны? По глазам вижу, что довольны. Артём, пошли выйдем. На свежий пойдем. Воздух. Пойдем. Я только за. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, согласен. Тоже ничего не говорил. Я уверен в этом. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Все, успокойся. Теперь-то мы узнали правду. Жить можно. Все хорошо. Не стоит ничего беспокоиться. И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал. Вот тут согласен, он козел. Тебе, мне, да всем вообще, всему. Да ладно тебе-то. Вот меня он брал, это жестко. Что такое? Второй поезд? Да не, не может быть второго поезда. А, нет, может быть. Автомат бери. Дайте мне пулемет. Гранатомет, что-нибудь. Выходите с поднятыми руками. Прячься. Сейчас разберусь с ним. В противном случае будет открыт огонь на поражение. А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Кто, я, да? Я виноват. Конечно, кто он все виноват? Никого не стреляй, мужики. Алёша. Да попробуй. Мужики, дайте мне автомат уже, ну. А, попали ему все-таки в руку. У него рукав весь этот крови. Ермак, тормози немного. Сразу видно, разумный человек. Он тормозить начал, они уже говорит. Ну это немного ошибка игры. Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Давай, полковник, разреши. А почему мне? Нет? Князю разреши, ну. Пойдет Артём. На, конечно. Почему Артём? На дочку всю насрать. На ребенка насрать. Артём, как притормозим, прыгай. Понял. Автомата мне дайте. И патрон. У меня патроны, кстати, кончились. Да, о, да, спасибо. Я. А, это пластик, это не автомат. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Автомат-то дайте мне, там автомат лежал в ящике, я видел. От эмоций лишних, а вы сразу стрелять. Опа! Начали. Остановлюсь, отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Так, у меня есть только пистолет. Ну и как обычно, патрон в автомате. Предательство. Слава богу, эти дауны оставили половину своих этих ресурсов. А ну-ка, аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А, ладно, нажимай на W, чтобы двигаться. Хорошо. Если надо нажимать, так будем нажимать. Да что ты? Я просто проверить нажал, но если он идет назад. Вот это адекватно, нет вообще. Планы. Здорово. Не, конечно, оглушить его. Давайте никого не собирать в этой игре. Я не настолько жестокий, как они. Нужно иметь прощать врагов своих. Я всю свою жизнь служил и служить буду. Можно просто вот это? Вот это все собрать. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Больные, что ли? Куда дернуть? Он спалит, если я его ударю? Ладно, погнали отсюда. Нам сюда, да, наверное, надо. К этим пацанам не хочу идти. Сближайся! 13-й пульсачеку! И что это? А, вок может пройти. Понял, принял. Идем дальше. Рабы, что ли, или что? А, они стреляться готовятся. Сейчас будем стреляться, сейчас будем стреляться. Ребята, чуть по мне не попали. А мне что, наушники какие-то микро? Почему меня эти пацаны не слышат? Как мне мельник что-то говорит? У-у-у! Нормально, чуть не выпал. Так, следующий вагон. Аккуратно. Тихо. Главное, чтобы не спалили меня. До свидания. Внимание. Давай. Мужики, меня не попадите. Только меня не попадите, ребята. Аккуратненько с этим планом. Да какие шутки, ребята? Убивайтесь вами! Мне главное проползти. Остальное не мое.
и не моя забота. Так, а, вон где выход. А я-то думаю, почему я туда ползу? Тихо. Тревога, враг в поезде. Как они узнали-то? А, типа не снова спалили. Ну да, логично. Здрасте. Вам того же, уроды. Да, закрой рот. На базара ноль. Так, Лосит готов. Все. Вали, 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 Артем. Вали. Сейчас же взорванет. Прыгай, Тёма. А, надо поезд дождаться. Опа. Давай, давай, догоняй, 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 мужики. Ермак, поднажми, козел. И... опачки. Хорош. Ну как так-то, Тёма? Дорогой ты мой. Держись. Помоги кто-нибудь. Кто-то? Мельник? А, князь. Базара ноль. Князь мужик красавец, спасет меня. В любой ситуации. Валим, 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 валим. Уйди, сейчас рванет, дурак. Опа. Хе-хе-хе. Пока, бомжары. Увидимся в аду, черти. Yes. Да вы из Англии, сэр? Анька, привет. Да все, все нормально. Муа-муа-муа. Прям сквозь противогазы. Я живой, они сдохли. Все как и планировалось. Поздравляю, теперь. Здорово, мельник. Просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Ну, плюс-минус, я бы сказал. Мы плюс-минус. Стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры. Потому что все они показывают почти нормальный фон. Будто сговорились. В смысле фон? Но эта потрясающая новость фон? Никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично нифига я жду ответов куда? На вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Да. Да не будет он ничего тебе рассказывать, забей. Он даже соврет еще, наверное. Он предателем окажется в конце. Он мне не нравился с самого начала игры. Он мне не нравился. Мне нравился этот... Не помню, как чувака звали, юмориста там. Ой, как его звали-то, я забыл. Ульман, что ли? Вперед или назад? Налево или направо? Фига у вас маски, пацаны. Примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик? Привет, тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, во-во. Значит, не врали. Кто? А что здесь ногой? А, да-да-да, все вспомнил. Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Да не буду ничего рассказывать. Конечно, типа будет. Сейчас придумают, он быстренько, подожди. То есть, как это не окончено? А, не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение — не подавать признаков жизни. Для я не понимаю, что они говорят, Аня, забей. Был разработан план «Щит» — сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было интересно, нельзя, кто это? Когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой. Я думал, мне не получится, да? Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович. Если нельзя назад... Святослав, ну имя у тебя, конечно, мельник, урод. Есть мысль, но... Какая? Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия... Да я всю игру молча сижу, чувак! Выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ага. Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы придём? Так, Д... Вывели из строя глушилку. Позывной ковчег надо. Расстреляли охрану. Уничтожили патрульный бронепоезд. А ну-ка. И убрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Не то. Дороги домой нам нет. Не то. А раз так, не то. Надо двигаться вперед.
Что еще за командование? Что за музон? Слышала про невидимость. Мужики! Ну-ка, ну-ка, это что? Ковчег! Всем слушать! Тихо! Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-710. Запишите кто-нибудь куда-нибудь. 1-8-5. Повторяю. Где там номер? Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-710. Ну и ты скажи, где? Это где? Вот. Понятно. Объясняешь, чувак. Ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это давайте мы там справимся. Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. А, мы там Россия. Что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Окей, все, поехали тогда. Это. Начинается новая жизнь для всех выживших. Как ситуация? Орлы. Аня, не трогай, пес. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя что доставать? В фляге булькает? Что, думал, не знаю? Чувак, ты не... Ты не умеешь скрываться. Это я не поверил сначала. Все, мужики, Аня, ты по-любому должна бухать. А мне-то зачем, чувак? Это что, сок? Дадим. А что, давно? Какое? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Слышь, сейчас встану ведь, урод. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и... Вот это клевое название. Ну, сами знаете чего. Другое дело. Конечно, знаем. Неплохо. Мне нравится. Аврора. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Никто не знает, что за крейсер. Тогда за Аврору. За Аврору. За Аврору. Плюх. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили их. Мне тут нету карты. А, ты про эту? У меня там просто дневник был какой-то, я не понял. Москва, Ковчег. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Да не такой уж и долгий. Да пару дней. Хотя, если бы мы жили в нормальных условиях... Что такое, что за ВСД, я не понимаю. Тихо, я не досмотрел. Ой, что так близко-то? Что за видос? После долгих лет в подземелье... Ясно. Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Это была новая миссия, понятно. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все Путин будет жить всегда, уроды. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро. Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Да большие, чувак. С вами главный герой. Конечно, мы выиграем. Ну вот, я так понимаю, мы и приехали, итак, да? Родной. Здорово, Анька. Ничего не застудил? Держи. А ты проверь. Разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, ну, правильно вернуться думает. В метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, а, никак. От которой ты всегда бежал. Прощение точно он никак не заслужит. А я тебе не верила. А сейчас ты вот смотрю ты глупо об обище, потому что думаю, вот и не верила. Что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем смотри, там какой-то свет. К мосту. Ты видишь свет? Ты свет видишь? Ух ты! Костер! Люди!
Люди! Ой, первый раз вижу людей, офигеть! Ну, по нам уже стреляют, или чё? Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ну, стрельба-то я не... А почему я тут? Артём, выходи, разбирайся. Ага. Видели? Включилась камера. А ну-ка. Так, как там пользоваться-то? Сетка это не то. Режим камеры. Я хочу Аврору сфоткать. Аврору по-любому надо сфоткать. Так, как там у нас взлетать-то? На Q, кажется. Не, это не то. Вперед-то нельзя улететь, что ли? Не, ребят, вы приколисты, я вам говорю. Ёлки-палки. Красиво. Богато. Или вот это Артём, бордатый мужик. Как сфоткать бы тебя? Красотка ты моя. Авророшная. А вот так, наверное, и сделаем. Готово. Все, погнали. Тихо. Что такое? А что такое рубка, я не понимаю. Сюда надо, что ли, идти? Артём, ты как, цел? Ну, вроде да. Ермак, что случилось? Двигаться можем? Проклятие. Мой блокпост чей? Надо чинить. В тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в непонятно. Воротниках. Старичье какое-то. Во-во. Старичье. Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть бар с детьми. Мы согласен, мужик. Брались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не что раньше. Что делать-то? Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, вижу. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Давай, давай карту мне. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Языка нет. Взять? Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Так куда, пока Сэм? Ситуации не разберемся, а там мужики, не защищайте поезд. А они в паре. Я вернусь, со мной Анька справится. Будет, все хорошо. Пойдем. Ерма, когда сможешь так, непонятно, что это за карта. Видимо, позже разберемся. Походная мастерская. О! В поле? Спасибо. Я заберу. Базара ноль. Да, материал уж извини. Сам собирай. В смысле, сам забирай. Осторожно. Так я жду, когда ты спрыгнешь. Ладно. Я не знаю, почему ты сидишь. Опа. Ой, какой автомат у меня разбитый. Не очень-то они были на солдат, похоже. Из говна и палок. Я весь из говна и палок. Деды какие-то. Идем. Для выбора оружия нажмите. Опа. Ну это фигня. Даже ага. Те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Хорошо. Слышишь колокол? Нам теперь вот надо дойти до церкви. Хотя, да может, я конечно, тебя умоляю. Их, или еще что? Мне кажется, просто как музыка играет. Смотри, Анька! А что так медленно? Здорово. Согласен. Давно так не веселились. Так, слышал? Опа, вагончик. Нет. А что такое? Проверишь что-то? Ты что-то слышала? Нет, я проверил еще в вагоне. Здорово, мертвец. Это что, реально зомби? Ну, похоже на какого-то зомби. Фонарик. Хорошо, хоть фонарик есть. Что такое? Какие-то инструменты плюс алхимия. Что за алхимия, мужики? Нажмите на И для перехода в меню производства... Так, на палку. А что такое палка? Вот это я хз. Я наугад сейчас нажал. Я сразу нажал три кнопки. Ладно, ничего страшного. Так, пистолет, автомат. То есть я теперь сам буду модифицировать все свои вещи, да? Коктейль Молотова. А, вот это вещи, которые необходимы для крафта. Вот эти вещи, которые... Понятно. Аптечка. Давайте собрать, на Е нажмем. Аптечка есть. Что такое? Что нужно-то? Я не понимаю. А, подожди, Аня, пожалуйста, я разбираюсь пока. Все, я, кажется, понял. Смотрите, это подгруппа, значит. Нет, это группа.
То, чего я хочу собрать. Аптечка или фильтр. А вот эти подгруппа. Что именно я хочу собрать? Вот здесь материалы написаны. А это то, что у меня есть, как я понял. Хорошо. Ну-ка, модификация. Вот эту штуку я хочу, например. Ну, а, типа она у меня есть уже, да? Хорошо. А с пистолетом что? А, я могу убрать, типа, да? Хорошо. Я запомнил. Надо, видимо, какие-нибудь рецепты искать, крафты. И прочий мусор. Здорово, зомбарь. Спасибо за мусор, что у тебя есть. Ничего страшного, разберемся с игрой. Прикольно, крафтинг пока есть. Был внутри, я тут мне нравится крафтинг в играх. Смотри, что-то смотрелось, не гони, ты орала. Для снайпера места лучше где? Не найти. Идем туда. Вот это вот, что ли? А, вот это она имела в виду. А если он по напряжениям? Ты гонишь... А, нет, у меня тут напряжение. Провод болтается. Пойдем. Что стоишь-то, не волнуйся, это птица называется. Ты их, наверное, ни разу не видела. А я вот видел. Я знаю, как выглядят птицы. Сохранить игру вы можете в меню паузы. Escape. В смысле сохранить игру? А F5 не работает, что ли? Почему я должен через Escape сохранять? Странно это все. Опять сохранение. Собака? А вот собаку я увидел первый раз. Пойдем догоним ее. Она в дом забежала, вот этот, развалившийся. Нифига тупо по России гуляем с пацанами. Ну как с пацанами? С девчонкой своей. Погоди, Анька, я собаку проверю. Собака. Я тебя видел. Вылазь. Собака. Выходи. Твоя миска, вот она лежит. Не ври, что я тут нету. Я тебя видел. Какой-то зеленый гриб ядовитый. Далеко не отходи. Хорошо. Поверь, родная, я найду, что делать. И без тебя выживу. Как-нибудь. Это вот ты без меня не могла. А я без тебя, знаешь, делов наворотил сколько. Все нормально будет. Я пока полутаю тут что-нибудь. Подожди, что я тут видел? А, инструменты. Как-то все по-разному выглядит. Я, ребята, первый раз эти все инструменты вижу, поэтому могу пропустить, если что. Ну, вдруг не замечу, бывает такое у людей. Сохранение, это хорошо. Так, тут у нас что? Эй, застрял. Тут у нас консервные банки. Прочий хлам. Еще один мужик отдыхает. Не столь важное. Опа. Вещь, которую мы тут нашли. Где Анька-то? Карту можно, пожалуйста? Ой, а мы пришли, получается. Мы пришли. Здрасте. Это что такое? Какой-то пистолет такой же, как у меня вроде, да? В смысле? Где ты его взял? Ой. Я понял зачем. Базара ноль. Вот это мы оставляем. Я люблю скорострельные пушки. А не до этого, то, что сейчас было до этого. По одной пуле стреляет. Что-то перезаряжает там каждую секунду. Ну, я полезла наверх, а здорово. Перенесло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Окей. Давай. Я поехал. Удачи. Весло в руки и погнали. Нажмите для выхода из лодки Е. Хорошо. Я думаю, разберу. О, эти самые штуки-то. Тихо. Поворачивай. Поворачивай. Нам проблемы не нужны. Давай теперь налево немного. А, поворачивай. Поворачивай, Тёма. Красавец. Кто-то орёт или мне кажется? Стоять. Пусть они лучше уплывут. Нам проблемы ни к чему. Проблемы, связанные с мутантами, нам ни к чему. Ах, похоже, тебя заметили. Ну, Артём, естественно, лодка такая плывёт. Женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. Вижу. В церкви вижу народ. Я вижу её. Похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Здорово! Что ты орёшь на меня? Не будем, ладно? Хорошо, Аня, если меня завалят, это твои проблемы. Все потому, что я первый не стрелял.
Здорово тебе, отец. Сланти как раз начал проповедь. Заходи в храм. Ну, слава богу. Хорошо. Ну, это Far Cry 5 начинается, да? Здорово, малой. Здрасте. Здрасте. Вы злые, а малой что-то знает. А малой, походу, что-то знает. Слышь. Ха, а я успел выйти, я догадался. Разводила не раз... Настя? Настюха, я иду. Где Настюха? Да, я замочу, урод. Спасибо, Настюша, что выручила меня. Вот этот дядя с паровоза. Здорово. Он нас спасти пришел. Ты такая милая. Правда, здрасте. Боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Саланти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Понял. Уж посмотрела из ягод-то. Ох, техноборцы! Подручные Силанти выявились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Я не вижу ничего. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани в окно? Лодка стоит. И у нас есть. Спасибо. Маленькая очень. Артём, ну, ничего страшного, Настюха, я тебя спасу обязательно. Поможем, я пошел. Тихо. Меня этот тип спалил, что ли? Дай бог, чтоб не спалил. Нет тут никаких еретиков. Расслабься. Так, куда мне нужно? Давай этого охранника тогда снимем. Опа! До свидания. Минус крыша у вас, мужики. Дробовик заберу, пожалуй. Мне кажется, он веселее будет. Ой, как у вас много, ребята! До свидания. Наверное, лучше будет всего этих, каждого, да, валить. Так, это мирный житель. Окей. На тебе, урод. Все хорошо, мать, вставай. Я тебя спас. А, это дробовик уже. Не, извините, ребята, мне нужен пистолет. С пистолетом мне как-то поспокойнее будет. Давайте тут спустимся. Так, теперь идем сидя. Потому что нужно пацанов спасать этих. Артём, от военных. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Хорошо. Но ты справишься, я знаю. Давай. Было что-то, а теперь ничего. Молодец, Аня, что знаешь. А я вот не знал до тех пор, пока ты не сказала. В смысле нечистый? Подвал? Тихо. Я упал. Блин. Что делать-то мне теперь? А, налево можно пройти. Да, конечно, светом сатанинским полыхнуло. Я на самом деле дьявол, чувак. У меня рога еще есть даже. Опа, не сюда. Блин, я вернулся, что ли? Не сюда, точно. Вот эту штуку потушить можно? Можно. Идем сюда тогда. Может, тучу найдем. ХЗ, сейчас посмотрим. Что у нас выйдет из этих путешествий? Почему он идет сюда? Это никак не спустить мне. Палено будет, да, максимально. Так, здесь закрыто. Значит, мне выход идет только вот сюда. В эту сторону. Не забывайте о возможности производства патрон необходимого снаряжения для выживания. Мне лучше сохранение быстрое. Спасибо. Потому что дела сейчас пойдут грязные, вот такие. Спасибо. И вот такие. Опа! Чё ты ему об голову разбил? Почему вспышка такая огня пошла? Странно. На складе, как обычно, ничего нету. Патрон нету, я забрал все. Тихо. Надо ловушкой обезвредить. Чтоб меня эти уроды не спалили.
Не дай боже. Вот так. Еще. И последняя. А, не, вон еще одна вижу. Она слилась просто с этими бревнами. Я не заметил, молясь. А где лодка-то, на которую мне надо свалить? Я что-то проспал в этот момент. Прока. О-хо-хо-хо. Вот это жесткий удар был. Базара ноль. Знаете, как будто разработчики для каждого момента удар прорисовывали. О, что такое? Очень много глаз темнеет. Давление, что ли, прыгает? Ну-ка, давай, Артем, тогда на свежий воздух. Чтобы полегче было в следующий раз. Найдем лодку и к чертям отсюда валим. Да-да, ищи меня сам. Люди хоть избавятся от такого, как ты. Урода. Ищите, ищите. Заколебетесь искать. Бараны. Опа. Крути. Аккуратно крути, чтобы нас спалили. Потому что я так много охранников повырубал. Опачки. А теперь плывем. А теперь как можно скорее плывем. Аня, надеюсь, прикроешь меня? А куда мне плыть? Домой надо, да? Прямо. Ну, короче, куда-то прямо надо плыть. Чуть правее еще взять. Все, плывем. Надеюсь, проблем никаких не будет. Артём, молодец. Или я накаркал. Ниндзя ты мой. Обнять бы тебя сейчас. Но надо Катю и Настю на Аврору отвезти. Так что увидимся там. Сверься с картой. Хорошо. Тогда, похоже, сейчас будет увози проще доплыть, чем пешком. Блин! А, нет, все хорошо. Вы чё, ребята, вы чё, хорош? Успокойтесь, монстры! Успокойтесь, монстры! Артём, дробовик! Артём, сильный, возьми! Удар! Веслом. Да, веслом. Они умирают, да? Понял. Нет, умирают, оказывается. Базара ноль. Перезаряди, Тёма! Что это за пистолет? Странный какой-то пестик. По три пули все стреляет. Артём! Сюда! Вижу фонарь. Вижу, 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 вижу. Все, плыви, Артём. Погнали к ним. Это кто такой? Давай, встал. Мель. О-о-о-о. А эту рыбу мы знать не знаем. Это местный кит. Прыгай, Артём. Не вправо же, слева был берег. Дурак ты, Анькин. За него надо было сходиться. Он бы увез нас куда-нибудь, я уверен в этом. Опа, спасибо. Князь, ты лучший. А ко мне на помощь хотел идти Сэм, а не князь. Я это помню. Это, блин, надо кит? Высохнуть. Это кит был. Во-во. Ух, здоровый, сволочь. А ты думал. Погнали отсюда. Меня вообще стоит. Чем больше грязи на ваше оружие, тем хуже его характеристики. Сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. Правильно. С оккупантами. Все правильно сделал. Ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знанием. Ой, давай без шуток, только я тебя умоляю, чувак. В смысле рассказала? А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного убить пытался. Не-не-не-не-не-не. Да где там? Меняться точно со мной, чувак, не надо. Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить. Чтоб я сдох, поэтому так делает. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Ну, жизнь справедливая штука, мужик. Хотя тут есть сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего. Как биноклем пользоваться? Мне тут сидеть еще. Хорошо. Ладно, я тогда вот тут закончу. У этого места. Продолжим мы в следующей серии гулять по этой деревушке, по Россиюшке, так сказать. Клево, мне нравится пока что все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего, всем пока.